администрации городского округа Химки был проведен конкурс ко дню города, да, где выбрали лучшие графички. Поэтому появилась совместная такая идея троллейбусного парка, графичиков и администрации городского округа Химки реализовать такой проект. Троллейбус в стиле граффити. Мы надеемся, что данный троллейбус понравится жителям городского округа Химки и поднимет их новогоднее настроение. Я решила поучаствовать в этом проекте, потому что мне показалось это необычно, как бы креативно и современно, чтобы подарить, сделать подарок городу.